Всем привет! Сегодня мы построим телепорт. Он строится очень быстро, и строить мы его будем без инструментов. Большое спасибо моему подписчику за эту идею. Переходим к туториалу. Берем обычный стульчик и ставим его где-то на карте. Плюсики от заморозить блок пока что не отключаем. Садимся на стульчик и ставим два тортика. Удаляем нижний блок. Отключаем в плюсике заморозить блок и ставим деревянный блок наверх. Теперь с помощью заборов или блоков закрепляем этот блок к поверхности. Теперь удаляем нижний тортик и на этот блок ставим любой гарпун, золотой или обычный, разницы нету. Где-нибудь рядышком ставим пистолеты. Все готово, сохраняем и сейчас я вам покажу запуск. Давайте сначала заново загрузим. Садимся на стульчик и ставим в себя три тортика. Удаляем два предыдущих. Теперь удаляем стульчик и заборы. Готово. Теперь нам нужно взять пистолет, активировать гарпун, взять пистолет и стрельнуть в этот пистолет. Должно получиться вот так. Теперь убираем этот пистолет. Затягиваем гарпун. Все готово. Теперь куда мы будем стрелять этим гарпуном, туда мы будем телепортироваться. Давайте сейчас я вам это покажу на примере. Допустим, я хочу телепортироваться к тому фиолетовому дереву. Стреляем в него. И теперь осталось только взять пистолет. И мы телепортировались прямо к нему. Осталось только задвинуть гарпун. На этом наше видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Hugh Games. Всем пока.